Следственным отделом по городу Новокузнецк расследуется уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство жителя города Новокузнецка. В ходе расследования установлено, что потерпевший заказал такси, чтобы быть доставленным к месту своего жительства. По прибытию на место у пассажира возник конфликт с водителем из-за суммы оплаты проезда. В ходе конфликта пассажир, будучи недовольным действиями водителя, достал имеющийся при себе складной нож, которым нанес не менее 2 ударов в шею и в руку водителя. Водитель, спасаясь от применяемого к нему насилия, выбежал из автомобиля. Ему была своевременно оказана медицинская помощь, таким образом жизнь его была спасена.